На что нам все-таки опираться, когда возможности разума исчерпываются, а в опыте у нас тоже нету похожих состояний, и в то же время чувство подсказывает, что Творец от нас ждет чего-то и даже требует чего-то конкретного, но что именно, вот совершенно невозможно понять. Как быть? Это спасибо. Очень хорошее состояние. Заимацав меод меод тов. Очень и очень хорошее состояние, когда вы чувствуете то, что называется подвешенным в воздухе, когда не на что опереться, а есть только одно — молитва и объединение между нами и Творцом. Запишите это. Это два действия, которые мы должны делать. Мужчины, женщины, объединение между нами и через объединение между нами поднять молитву Творцу. И это то, что поможет.